6-й километр дороги Р-31. Сотрудники транспортной инспекции ведут весогабаритный контроль, умеряют аппетиты перевозчиков. На этом участке максимальное значение 9 тонн на одну ось. Ежегодно в Республике Беларусь вводятся сезонные ограничения, связанные в первую очередь на обеспечение сохранности автомобильных дорог по 20 апреля. На всех автомобильных дорогах, где введены ограничения, будут работать посты для организации контроля перевозки грузов. Только за прошлый год в Могилевской области на счету тяжеловесов 555 нарушений. Превышение веса, казалось бы, заметить сложно. Однако у опытных сотрудников глаз наметан. В помощь умное оборудование. Этот комплекс показывает общую массу автомобиля и нагрузку на одиночную ось в диапазоне от 400 килограммов до 20 тонн. Плиты для взвешивания подключены к компьютеру, на который выводится полная информация. Внимание уделяют не только весу. Дорожная милиция проверяет авто по всем пунктам, от техосмотра до накладных. Инспекторы останавливают МАЗ с полуприцепом. Добро пожаловать на взвешивание. Вот смотрите, есть нарушение. Это ограничение. Сколько возить нельзя? Пятилежку на вторую, на третью, пятую ось вам можно только 17 300. У вас убывает 22 150. В результате серьезный штраф. Компания заплатит 911 рублей, а кошелек водителя похудеет на 160. Вздохнуть с облегчением могут разве что пассажирские автобусы. На них ограничения не распространяются. Сезонные правила не действуют также на провоз животных, цветов, гуманитарной помощи и некоторых других видов грузов. При выявлении тяжеловесного крупногабаритного транспортного средства составляется расчет платы на организацию. Что касается водителя, предусмотрена административная ответственность по статье 18.37. Санкция статьи предусматривает от 5 до 50 базовых величин. Кстати, в Беларуси больше не планируют строить новые автодороги. Основное внимание теперь уделят ремонту покрытий. А их общая протяженность в республике – 86 тысяч километров. Задача госпрограммы до 2025-го – привести сеть в нормальное состояние. Татьяна Горбач, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.